Давайте представим себе такую ситуацию. И она, кстати, не такая уж и нереальная. Что вы оказались в местности, в которой водятся ядовитые змеи, и вас случайно укусила одна из них за палец. До ближайшей больницы, где вам могут оказать помощь, минимум 50 километров. Что вы будете делать, чтобы спасти свою жизнь? По всей видимости, вам может прийти в голову не очень хорошая мысль, как отрезать палец, за который вас укусили. С учетом того, что вы однозначно начнете переживать, если не паниковать, то это ускорит распространение яда по организму, а следовательно возрастет риск вашей смерти. Так что, возможно, в ампутации есть смысл, но давайте не спешить и разберемся. Нечто подобное произошло в Китае, когда фермера за палец укусила ямкоголовая гадюка, также известная как пятишаговая змея. Ее прозвали так из-за того, что в той местности ходит миф, что как только змея укусит вас, то вы сможете пройти всего 5 шагов, после чего рухнете на землю от воздействия яда. Поэтому, чтобы не допустить распространения яда по телу, 60-летний мужчина действовал быстро, самостоятельно ампутировал место укуса змеи. Затем он обернул рану тканью и совершил 80-километровую поездку в больницу в Ханчжоу для прохождения лечения. Врачи в больнице сообщили, что пациент по имени Джан выглядел вполне нормально. У него не было таких симптомов, как проблемы с дыханием, головной боли или кровотечение из десен, которые можно было бы ожидать от укуса змеи. Тем не менее, его смелая самоампутация была, немного излишней. Вовсе не обязательно было отрезать палец. Пятишаговая змея не настолько ядовита, сообщил доктор Юань. Так называемая пятишаговая змея может быть не очень ядовитой, но это не значит, что она не опасна. Эта разновидность ямкоголовой гадюки под названием китайский щитомордник в основном встречается в Южном Китае, Северном Вьетнаме, в Хайнане и на Тайване. Яд этой змеи содержит мощный гемотоксин, который растворяет кровяные клетки и вызывает кровотечение. Известно, что более крупные особи смертельно опасны для человека, поэтому вполне разумно опасаться укуса. И Джан сказал врачам, что один из его соседей умер от укуса змеи в начале этого года. Именно поэтому он решил отрезать себе палец. Доктор Юань также подчеркнул, что способ борьбы Джана с укусом не редкость. Имеется много старой и устаревшей информации о том, как стоит справляться со змеиными укусами. Как разрезание укуса и высасывание из него, чтобы вывести яд. Это не работает. Или применить жгут. Также не полезно и потенциально опасно. Около 30% пациентов, поступивших в больницу со змеиным укусом, совершали какой-то радикальный метод лечения и часто нуждались в оказании больше медицинской помощи, чем если бы они этого не делали. Некоторые использовали ножи, чтобы разрезать пальцы рук или ног. Некоторые использовали веревки или железные проволоки, чтобы крепко сдавить укушенную конечность. А некоторые даже пытались нейтрализовать яд в своем теле, сжигая кожу, сказал Юань. Когда они попадают в больницу, у некоторых людей уже имелись первые признаки гангрены. Согласно совету руководства штата Квинсленд в Австралии, штате, где проживают некоторые из самых смертельно опасных змей в мире, но с удивительно низким уровнем смертности от укусов змей, вам нужно плотно обернуть рану повязкой или пищевой пленкой, оставаясь неподвижным как только можно, и сразу попасть в больницу, по возможности вызвать скорую помощь. Вы никогда не должны резать или высасывать из раны, накладывать жгут или пытаться промыть яд, поскольку яд может быть извлечен из раны и использован для идентификации змеи, что позволит врачам вводить соответствующие противоядия как можно быстрее. Что касается Джана, то ему было введено противоядие, а его рану очистили и перевязали. Позже он сообщил, что находится дома и рана хорошо заживает. К сожалению, его палец невозможно было пришить, поскольку он оставил его на горе. Так что если вы окажетесь в подобной ситуации, то возможно не стоит спешить с ампутацией, а стоит успокоиться и действовать здраво и рационально. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.